Наши конструкторы помогли установить мировой рекорд. Члены подводного научного исследовательского отряда Русского географического общества установили мировой рекорд в Баренцевом море на оборудование технодинамики «Респиратор», сообщает сайт организации. Подводные исследователи под руководством Дмитрия Шиллера совершили самое глубокое погружение аквалангистов в Заполярье на глубину 111 метров. Технодинамика «Респиратор» предоставила экспедиции незамерзающие регуляторы для подводного плавания и легочный автомат. Новое оборудование решает проблему обмерзания в экстремальных условиях холода.